Здравствуйте, наши друзья и гости! Сегодня мы поинтересуемся, что из бижутерии подарить женщине на 30 лет. Наши женщины прекрасны, поэтому кроме проявления любви, заслуживают также материальных ценностей, которые бы их порадовали. Однако не следует забывать, что только преподнесенный чувством тепла и любви подарок способен принести неподдельную радость женщине в ее день рождения. И в этом ролике вас ждет приятный сюрприз. Женщина в таком возрасте является самодостаточной и зрелой личностью. Она имеет сложившееся мировоззрение, собственное увлечение. 30 лет – это серьезная и солидная дата, поэтому и подарок должен быть соответствующим. Находясь перед сложным выбором, что подарить девушке на 30 лет, следует ориентироваться не на внешнюю яркость подарка или его стоимость. Он должен подчеркивать красоту и молодость именинницы. Преподнося подарок, его обязательно нужно красиво упаковать. Для женщины этот момент имеет большое значение. Ни одна девушка не откажется от прекрасного колечка или браслета. Поэтому на вопрос, что подарить девушке на 30 лет, существует великолепный ответ. Ювелирное украшение. Это отличный подарок, который не оставит именинницу равнодушной. На обычный день рождения такими подарками, как правило, не балуют, но юбилейная дата вполне уместная для этого торжество. Если вы не совсем знакомы со вкусами юбилярши, то следует отдать предпочтение красивой цепочке и кулончику оригинального дизайна. Драгоценные камни всегда в моде. Нет необходимости тратиться на очень дорогие бриллианты. Достаточно преподнести небольшую подвеску с аквамарином, цитрином, янтарем, перидотом или хризоколлой. Главное, чтобы такой камень цеплял глаз и привлекал внимание своим загадочным блеском. Всего лишь одно заметное бросающееся в глаза украшение, и именинница станет неотразимой. Это может быть кольцо необычного дизайна или формы, привлекающее взгляд колье, или крупный браслет, издающий тихие позвякивающие звуки при его ношении. Камень, соответствующий месяцу рождения, в броши, серьгах или кулоне, а возможно в заколке от модного дизайнера. Если именинница любит ретро, то ликуйте. Камни рождения возвращаются в этом году в моду. Тенденция не нова, но она снова актуальна. Именные подвески опять в моде. Не все, конечно, это приемлют, но сохраните интригу. Выберите зашифрованную надпись. Например, имя написано иероглифами, какой-нибудь шараду или ребус, личный девиз, приятно удивит виновницу торжества. Набор из нескольких колец далеко не новый тренд, но в 2017 году он по-прежнему в фаворе. Набор из 3 и более колец, которые носятся одновременно на одном пальце, это очень симпатично и элегантно. В дополнение к основному подарку обязательно подарите красивый букет цветов. Это понравится каждой женщине. Цветы – это совершенно незаменимый атрибут любого праздника. Это даже не подарок, а неотъемлемая его часть. Пусть поздравление на юбилей 30 лет превратится в море цветов. Отличным вариантом будет огромная корзина, наполненная цветами. Помните, что преподнесенный подарок должен напоминать девушке о том, что 30 лет не повод грустить. Этот возраст всего лишь промежуточный этап в ее жизни, а впереди еще множество новых впечатлений, открытий и различных радостных событий. Приятным удивлением для всех друзей и гостей нашего канала станет ссылка на сервис, который вернет вам часть потраченных средств. Ссылка находится в описании. Рассказывайте, какие подарки дарите вы. Делитесь своими идеями. Впереди еще много разных идей, которые помогут вам выбрать подарок на любой случай, чтобы подарок был еще более запоминающимся. Выбирайте подарки, радуйте своих именинников. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь информацией с друзьями. До новых встреч!